состоялась встреча с президентом компании «Роснефть». Мы определились в дальнейших действиях. Налоговые платежи не падать, а только увеличиваться будут. Мы подписали договор о конфиденциальности. Мы готовим сейчас договор социально-экономического партнерства на 2014 год, который хуже предыдущих не будет. То, что намечено и подписано с компанией ТНК БП, компанией «Роснефть», я имею в виду социально-экономическое партнерство, будет выполнено.